Всем привет! И снова с вами я, Светлана Ата. Доброе утро, друзья мои! Сегодня 20 мая, и я закончила свою недельную диету. Поэтому я так при параде накрасилась, сменила маникюр и сделала яркую помаду, потому что у меня сегодня праздник, действительно. Потому что я всю неделю старалась это для вас. И вы в моем видео увидите каждый день моего питания. А немного попозже мы станем с вами вместе на весы. И вы посмотрите, насколько изменился мой вес. Но я чувствую, что я похудела. Вот встану так. Ушел у меня живот. Дым. Но, может, немного так. Ну, я чувствую, наверное, килограмма два, если я сброшу, это для меня тоже хорошо. А я хочу вам рассказать вообще, я в жизни столько диет перепробовала. Я склонна к полноте, если я только нарушаю свое питание, и я, естественно, набираю вес. То есть я могу поправиться как быстро, так и быстро похудеть. Но, как вы знаете, мне 47 лет, и уже с годами все сложнее сбросить вес. Может, это связано с гормональными какими-то процессами в организме. Я вообще не представляю. Вот когда я вот приехала только в Турцию 3 года назад, я сначала была так нормально, у меня был вес 64, наверное, килограмма так. Но потом, после изобилия, и мне нужно было интересно попробовать все на вкус, турецкую еду, вы сами понимаете, я резко начала набирать вес и не контролировала себя. Думаю, а, не проблема, я же знаю диеты, посижу, допустим, и похудею. Но не так-то было. Веса набрала до 70, представляете? Я стала весить 70 килограмм. Такая толстуха была, руки такие вообще. Лицо такое, сейчас, может, лицо похудело и некрасивое, но зато я чувствую себя комфортно. Диету, которая мне подходит, это Дюкана. Сразу как-то резко за месяц-полтора сбросила 8,5 или 9 килограмм. Но я вообще ничего не ела практически. И вот потом, естественно, опять набирала килограмм и опять ходила, сбрасывала. Но у меня был такой момент год спустя, и я снова набрала вес. Посоветовалась опять-таки с одной знакомой, и вот она мне посоветовала эту диету. Эту диету я вам потом скажу название ее в комментариях, или если вы, допустим, подпишитесь на меня в Фейсбуке и напишите мне в личку, там есть все контактные данные, даже контактные данные есть внизу под видео, вы можете связаться со мной в любое время. Как то, что сейчас я чувствую, что я в форме. Мы с вами встанем сейчас на весы, хотя сначала вы посмотрите мое видео до конца, а потом продолжим. До встречи! Как вы догадались, друзья мои, это я. Видно разницу, не так ли? Так вот, всем рекомендую эту диету, а ее название, как я и сказала, я сообщу лично каждому. Смотрите, очень интересное видео. Друзья мои, как я вам и говорила, я с понедельника, вот сегодня 13 мая, начинаю диету. Давайте посмотрим, какой у меня вес. Вот я становлюсь. Пожалуйста, мой вес 64 200. Зафиксируем, через неделю посмотрим. Привет всем, девочки мои. Сегодняшнего дня я начала диету и хочу с вами поделиться и поделиться каждым днем. Так вот, сегодня день первый. Целый день я сегодня ничего не кушала, хотя мне нужно было в течение дня выпить литр молока. И когда я раньше сидела на диете, я распределяла свои часы, допустим, 10-11 у меня был завтрак, затем 4-5 часов я обедала, и ужин у меня был до 7 часов. Я пила сегодня чай с ромашкой, чай похудения, так продаются здесь в Турции. Пила чай обычный, пила кофе растворимый, пила. В общем, ну так вот, мне сегодня на ужин, посмотрите, стакан томатного сока. Томатный сок я делаю сама, потому что я в Турции здесь не увидела. Когда искала раньше, но тогда его
не видела в продаже. И столовую ложку томата с помидор я блендером взбила, стакана воды, чуть-чуть добавила соль. И вот еще следующее мне нужно есть вот хлеб чалдар. Чалдар по-турецки, то есть ржаной хлеб. Вот мой томатный сок, стакан. На этих весах я буду всегда взвешивать. Я все взвешиваю. И, значит, беру 100 грамм хлеба. Думаю, вот такие два кусочка. 97, ну вот достаточно. Вот такой, это мой сегодняшний рацион. Сегодня день второй, 14 мая. Мой завтрак. 20 грамм сливочного масла, 100 грамм хлеба. И кафе и сахар. Так, мои хорошие, у меня сегодня второй день диеты, белковый день. На обед 100 грамм сыра, 100 грамм грудинки отварной, просто отварила, и 100 грамм хлеба. Вы посмотрите, такие порции, скажете, подумайте, сколько она ест. И действительно, это все надо съесть, потому что вечером у меня 2 отварных яйца. Без ничего абсолютно, без соли, без перца, без каких-либо овощей. Вот именно белковый день нужно вот строго соблюдать. И вы наедаетесь. Вот я утром позавтракала, я вот сейчас только проголодалась. Уже сколько времени? 5 часов, начало 6. И я проголодалась, только сейчас чуть-чуть почувствовала. Поэтому, если вы это покушаете, вы очень легко перенесете вечернее время. У вас будет такая насыщенность. А это мой ужин. Всем привет, друзья мои! Как у вас настроение? У меня сегодня прекрасное настроение, потому что у меня прошло 2 трудных дня диеты. Немножко было голодно, я чувствовала в промежутках, но я очень много пила жидкости, чая, воды, соду. Но сода у нас минеральная. Так вот, сегодня у меня на завтрак, как всегда, Нескафе. И сегодня у меня овощной день, то есть у меня вот такие фрукты, я это все съем. И еще хотела вот показать вам, что сегодня 15 число, 15 мая, третий день. Я уже похудела, я чувствую. Так вот, я всегда говорила, что я во время диеты нужно применять такие чаи, которые действуют на перистальтику кишечника. Чай такой Турции, дувал чай. Пью, потому что вчера у меня был белковый день без овощей, естественно, трудно организму, надо помочь, поэтому. Так что встретимся на обеде. На обед у меня овощное, все овощное, так как сегодня овощной день, я вам говорила. Вот это суп, есть внутри кабачок, морковка, лук. Все это я хорошо потом сварила. Масло 1 чайную ложку. Блендер размяла, а на второе у меня вот фасоль и молодая картошечка, 2 штучки. Девочки, сегодня хлеб нельзя кушать, поэтому нужно съедать те порции, которые рекомендуют, и пить в течение дня не менее 2 литров воды. Вам, ваш организм сам потребует воду. Пейте, пейте. Так у меня обед. Девчули мои красавицы, ужин третьего дня. Третий день овощной. Салат, все, что было, зелень покрошила, чуть-чуть добавила маслица растительного, оливкового. Приятного аппетита! Всем привет, друзья мои! Сегодня 4-й день, 16 мая. 4-й день моей диеты. Я чувствую, что я похудела. Ну, я вам потом продемонстрирую. Живот у меня ушел. В общем, 3 дня я сидела на этой диете. Друзья мои, сегодня у меня особый день, особый, потому что на завтрак у меня обычно кофе растворимое и сыр, 100 грамм сыра и, смотрите, 100 грамм сыра и растворимый кофе. Именно когда столько ты сыра съедаешь, запиваешь кофе, сыр с кофе какой-то необыкновенный вкус имеет, очень вкусно и, кстати, сытно. Обед у меня 100 грамм, может быть, ветчины или отварного мяса, или отварной курицы, или мяса. 100 грамм хлеба, 2 яйца отварных, особенных, потому что очень такой насыщенный будет.
а вечером 1 стакан кефира. Что я пью в течение дня? Вот смотрите, я заварила этот чай, который я говорила для похудения. Ну, это нужно для кишечника, чтобы кишечник работал хорошо. Это ромашковый чай, а это чай специями продают специально в Турции, такие упаковочки прямо готовые. Там внутри, значит, и черный перец, и имбирь, и корица. Вот так это выглядит. Я вот завариваю, именно он для похудения очень полезный. Все, теперь сами знаете. Вот это я буду пить, и много, очень много, много воды пейте. Вы сами, ваш организм сам потребует у вас много пить и не отказывайте. Ну что, будете бегать в туалет, но зато вы очищаетесь, худеете. Все, будете шлаки все с организма. И вот пришло время обеда, сегодня очень поздно, уже 5 часов, я такая голодная, уже даже на ходу откусила кусок хлеба. Не вытерпел. Всем привет, мои хорошие! Сегодня 17 мая, пожалуйста. Сегодня 5-й день диеты. И сегодня у меня снова белковый день. Белковый день на завтрак. У меня сегодня королевский обед. Значит, 100 грамм грудки тварной, 2 яйца и 100 грамм хлеба. 100 грамм хлеба, 20 грамм масла. Вы не пугайтесь, что такие бутерброды. Я вчера не ела почти, даже вчера на ночь кефир не выпила. И чашка кофе, Нескафе, как всегда. Я не могу его не попробовать. Сейчас я была в магазине, купила свежий хлебушек этот ржаной. И сейчас буду поглощать мой завтрак. Ну что, мои друзья, худеем вместе с Светланой. До обеда. Так, девочки, мальчики, 5-й день, обед. Суп, бульон. Я подсыпала перцем. Не пугайтесь, это черный перец. Курочка тварная, 100 грамм хлеба и 100 грамм сыра. О, приятного аппетита, девочки. Сегодняшний мир, 2 яйца. Вместе с кофем сейчас съем. Их и съем, эти яйца. Привет, друзья мои, и сегодня у нас 18 число, посмотрите, пожалуйста, 6-й день диеты. Я похудела, друзья, и я не такая голодная. Сегодня на завтрак у меня кофе, а, кстати, овощной день, сегодня кофе и много фруктов. Сколько хочу, могу поесть, это не проблема. И остался один день завтра, и в понедельник я вам вместе с вами встану на весы. Так, друзья, еще знаете, что хотела сказать? Мой муж хотел меня куда-то пригласить, там, поужинать. Я ему говорю, нет, ты что, у меня диета. Они смотрят, они ждут моих результатов. Как я пойду, говорю, в ресторан и нарушу питание? Так что я ради вас жертвую всем, представляете? День 6, 18 мая, обед, овощной день. Горошек с картошкой молодой я творила и суп, кабачок. Болгарский перец, лук, петрушка, морковка. Ужин у меня салат. Всем привет, мои девочки, красавицы, друзья мои, те, кто смотрит меня и наблюдает за мной. Так, сегодня у нас 19 число, воскресенье, у нас погода отличная, настроение хорошее, на завтрак у меня Нескафе и 100 грамм сыра. Ой, простите, пожалуйста. Вот такой обед у меня. И знаете, что вот я ем очень медленно, все тщательно пережевываю и очень наедаюсь. 100 грамм отварного филе, можно любое, можно мясо, можно рыбу, но я люблю очень курицу. Ржаной хлеб и 2 яичка перчиком посыпала, без соли, все привыкаешь. И очень много пью, вот чаю пью, ромашка чай, заварила его. Вот такой специальный со специями чай пью. Воду пью, жидкость пью, чай, кофе. Это мой ужин, йогурт. Обычный йогурт, турецкий. Что, мои хорошие, посмотрим, сколько я вешу. Я вынесла весы на балкон, чтобы лучше вам было видно. Сейчас я вот так возьму. Ну что, с Богом, посмотрим. Шестьдесят килограмм, 800 грамм. Ура! Ну что, друзья, вы видели? 60
800. Это где-то я похудела на 2 килограмма 400 грамм. Ой, вру, 3 кило. 3-400, да пускай будет 3. За неделю, вы представляете, я ела такими порциями, я не была голодна. Советую вам. Но это нужно, вы добьетесь такого постоянного и стабильного эффекта, когда посидите на этой диете 4 недели. Это будет лучше. Позвоните мне, напишите, я вам все расскажу. До скорых встреч. Пока.